Друзья, а вы знаете, кто такой Мауи? Вот и я была не в курсе, пока не начала изучать историю пиратов Кокоморы. Но вы с Кокоморой не знакомы, верно? Тем интереснее будет все узнать. На самом деле Мауи всего лишь величайший полубог на просторах Тихого океана. Своим волшебным крюком он замедлил движение солнца, вытянул со дна острова и одолел чудовищ. За все ручаюсь. Ведь я Мауи. Он полубог. Этим все сказано. Он может все. Он превращается во все, что можно. Диковат. В общем, такой персонаж очень многогранный и глубокий. Не верите? Да что ж это? Они не верят полубогу. Для тех, кто не верит полубогу, танцевальный мастер-класс, после которого вы поверите чему угодно. Возьмите волшебный крюк и повторяйте движение за Мауи. Друзья, о том, как этот развеселый полубог попал в историю со спасением мира... Спаси мир и станешь героем. И какое отношение к этому всему имеют безжалостные Кокоморы? Приехали, пираты. Вы узнаете из нового анимационного шедевра Disney «Моана». Вперед! Танцуйте с нами, не отрываясь от телеэкрана, потому что все интересное на канале Disney. Дротиком в самое мягкое место.